Привет, народ! Меня по-прежнему зовут Black Infinity, вы по-прежнему на моем канале. И вышел новый трейлер фильма «Тор. Любовь и гром». Поэтому мы сейчас будем его смотреть, анализировать, разбирать покадрово. Сейчас вот уже 5 часов утра, мы ждали с гиками на Твиче трейлер этот. Ждали легендарно. Погодите, это реально? Это реально? Вот, и поэтому сейчас будем смотреть. Погнали. Давайте посмотрим. Kids, get the popcorn out. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. Хуя мыло, конечно, тут было. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? Ой. The old ex-girlfriend. What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Хуя считал. Am I, sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about. Вот он. Is themselves. Хуя мощно. All gods will die. I was gonna say that was very, very impressive what you did back there. It's just my first bad guy. You never forget your first. But you, I'm unlike the other gods of Kiln. Because I have something worth fighting for. Ебать, он крут. Хуя, черно-белый фильм, Максим ставит 10. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick. Flick too hard, damn it! Заблюрили, блядь, жопу. Бля, ну трейлер прикольный, кстати. Ну мыло, правда, ну невероятно много. Тут, наверное, согласны будут все со мной. Мыло, конечно, невероятно много. Но кадры есть красиво, знаете, типа, я говорю, что кадры, иногда красивые кадры могут перекрывать плохие кадры. Вот этот кадр мне нравится. Красиво, красиво поставлен, да. Хорошо. Давайте пересмотрим. Мужик. Вот тут, конечно, что-то сцена мыльноватая. Блин, корабль странный. Как будто, блядь, не знаю. Странно выглядит. He reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Как вам этот кадр, чат? Пиздец, у него шлем, блять, конечно. Игрушечный, нахуй. Нахуй он в детский мир сходил, блять. Бля, такое чувство, что эту сцену на досъемках сняли где-то, да, на хромаке, чисто зеленым, блядь, за 2 копейки. Еще и шлем выглядит, блядь, как будто он ребенка, блядь, в песочнице его украл, нахуй. Джейн? The old ex-girlfriend. Как же она крута.
What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days. 8 years. Они сколько не виделись? С 2013 получается? Не, не с 2013. Позже. Ладно, похуй. Ладно, че я, блин, считать сейчас буду хуйней, блин, заниматься. Вот тут тоже хромак погиб. О, ща будет ебейший. Ну это кино, это кино. Это синема. Ну тут кадров синема на самом деле много. Вот этот кадр красивый очень. Прям пипец. Короче, как Снайдер Кат, видимо, будет. Где-то мыло, где-то кино. Вот тут, блять, Волан-де-Морт идет, пиздец. Страх, нахуй. Ебать, он лютый, нахуй. Бля, Кристиан Бейл, мужик, пиздец, он... Вот это страх. Не, дизайн мне нравится, хороший дизайн. Я теперь понял, почему они ему нос оставили, потому что если бы они нос убрали, это был бы Волан-де-Морт, блядь. Один в один, нахуй. Поэтому они решили нос оставить. So this is my vow. All gods will die. Вот тут тоже, конечно, что-то не очень выглядит хромак. Фига она их освобождает. Блин, интересно, какой сюжет будет? Вообще непонятно на самом деле, что происходит тут. Какой последовательности? Они хорошо скомпоновали трейлер. Не, ну понятно, что сначала там в Асгарде в новом какая-то хуйня будет. Потом они отправятся зачем-то на Олимп. Их спасет. Ну, короче, хуй пойми, что происходит, блин. Че ты орешь, блять, рот закрой. You never forget your first. Бля, вот тут тоже, кстати, красивые кадры, мне нравятся. Бля, ебать, он что-то играет. Кристиан Бейл играет. Бля, ну он реально, сука, все внимание на себя в фильме увлечет, блять. Кривляться будет пиздец. Да ладно, нормально, ребят, вы че? Вот. Вот ей похуй, вот видите. Вот это сразу видно, блять. Marvel Studios, актерская игра, школа. Сразу понятно, наши старые. Вот тут черно-белое все, пиздец, мощно. Стиль. О, а тут что за... Это смерть или что такое? Это боги, видимо. Живой трибунал. Смерть. Наблюдатель Уату. А, это эти же. А кто еще? Кто еще? Вот это что за, блять, твари? Абстракты, да-да-да. Они. Кто они-то, блять? Кто он? Это Аришем? Это что, обитель всех богов, типа, какая-то, что ли? Они находятся тут. Вот он. Кадр, из-за которого мы все побежим смотреть камрип. А где Геркулес? Вот это, кстати, тоже красивый кадр, мне нравится. Согласна?
Блин, ну трейлер, кстати, крутой, бля. Ну что-то мне понравился трейлер на самом деле. Ну мыла много, но мне нравится. Вот как-то бодро выглядит, знаете. Дохуя всего, вот, блядь, прям. Дохуя событий, дохуя локаций, блядь. И уже не так обидно, что мыло, как бы, да. Вот «Нет пути домой» обидно, потому что там, блядь, ебучий Нью-Йорк, блядь, и все, блядь. Больше ничего нет, и все равно мыло, блядь. А тут, блядь, и Олимпия, и хуй, и хуйня, блядь, и все, короче. Блядь, и есть кадры красивые, действительно. И Кристиан Бейл, блядь, кривляться будет прикольно, блядь. И Зевс там, и черно-белое для фанатов Ингмара Бергмана. И голый Тор. И вообще, ты такой думаешь, а, ну мыло, ну и ладно, блядь. Ну и похуй. Ну есть, ну и ладно, как со Снайдером Катом. Как с Мстителями финал. Вот такой вот сейчас момент у меня происходит. Ну Тайка, бля, ну если Тайка Вайтити хуйню снимет, как Рэйми, то, блядь, ну вообще можно закрывать. Хотя я так каждый раз говорю, типа, если этот хуйню снимет, то мы закрываем. Он снимает хуйню, потом выходит новый трейлер и говорит, ну если этот хуйню снимет, то закрываем. Так по кругу потом. Но если братья Руссо вернутся и хуйню снимут, то точно закрываем, вот. Да так мне понравился трейлер. Надеюсь, фильм будет классный, топовый. На десяточку. Такой чисто. Ну, комедия будет. Великая комедия. Посмотри постер. Ща. Постер. Блин, кстати, красивый постер. Такой прикольный. Вроде базовая, вроде вот что-то поменяли. Они, ну, а. Попытались сменить базу. Кристиана Бейла запихнули прям под его имя. Призабавно. 8 июля. Еще 2 месяца. А, ну месяц ждать, да. 1.5 месяца. Блин, ну в Тайку Вайтити я верю больше, чем в Сэм Рэйми на самом деле. Потому что Сэм Рэйми... Ну, блять, ну я объяснял уже 100 раз. Вот, в итоге он не оправдался, то есть, там, пососали немного они там все вместе. Тут Тайка Вайтити в соло, блядь, без всяких Майклов Уолдернов, чисто, блядь, он сценарий написал, он срежиссировал, поэтому вера больше. Ну что ж, ребят, я посмотрел второй трейлер Тора, финальный, я так понимаю, да, он финальный, нет? Official трейлер просто называется, ну, финальный, наверное, будет трейлер, который мы в реакции посмотрим. Что можно сказать? Первый взгляд... Ну, он, кстати, мне больше понравился, чем первый тизер, который был покруче. Конечно, проблема с графикой есть. Где-то даже большие, там хрома где-то палится. Где-то прям кадр поставлен ужасно. Где-то вот броня Тора выглядит максимально пластиковой. То есть плохая операторская работа это подчеркивает. Это из негативных, да, моментов. Где-то там текстурки, вот как в моменте с кораблем-то они очень. Но это графическая часть. Но на нее, я уже как сказал, хочется вот в этом фильме почему-то закрыть глаза. Возможно, потому что ты видишь, какой здесь простор фантазии в плане локаций, стилистики, фауны, флоры. И это интересно просто смотреть. И за счет объема, в принципе, работы, масштабов, да, ты ненароком начинаешь, ну, немножко закрывать глаза. Потому что если вспоминать «Женщину Халк», да, там просто вот зеленая... Не смогли сделать зеленую бабу в обычных локациях. То есть они могли сделать все, что угодно. То есть есть миллиард способов, как сделать «Женщину Халк» нормальной. Даже не применяя графику, я думаю. Или применяя еще ее совсем чуть-чуть без максимального применения CGI. С мокапом. Но они выбрали путь дерьма. И в итоге получили въебало миллиарды дизлайков. Ну не миллиарды, но там дохуя дизлайков. Ну а тут, блять, тут видно немного, ну, проблема есть, да. И на них сложно будет закрыть глаза.
наверное, ну, я скорее всего так думаю. Большие, ну, большие проблемы, вот. Но, блин, есть и классные кадры. То есть, ну, мне кажется, будет ситуация, если сценарий будет действительно классный, а тут вот Кристиан Бейл, он что-то внушает. Надеюсь, не сольют злодея. То есть, Хела, она по трейлерам тоже прикольная была, а в итоге из нее получился такой злодей Б-класса. То есть, ты думал, что она прям вообще трахнет, а она так, просто неплохая. Потому что с ней... в сценарии никак не игрались. Ну, потому что она изначально была в сценарии прописана, который Вайтити не писал, и, видимо, ему неинтересно было с этим персонажем играться. Поэтому он полсюжета Рагнарёка перевел на Голдблюма и Сакаар, и Хела там где-то на фоне просто колыбялась, что-то там хуйней страдала. Но в конце она хорошо заебашила, поэтому нормально было, в принципе. Вот, а тут, ну, Кристиан Бейл, ну, Гор вроде с самого начала, все заинтересовано, интересно. Посмотрим, что он там будет вытворять, убийство богов с Натали Портман. Ну, тут довольно будет многосложный сюжет, но я думаю, Вайтити сможет его вытащить. Вот, я так думаю, посчитаю. Потому что, ну, не хочется разочаровываться опять, потому что я люблю Марвел, Марвел — это моя жизнь. Хочется уже кайфануть от фильма Марвел, чтобы посмотрел такой, типа... Да, вот это был класс. Ну, хорошая ржака. Типа, фильм позиционирует себя как ржака, то есть как гэг, да, такая комедия. Такая космическая комедия в стиле 80-х. Да, если Рагнарёк, там говорили нам, был в стиле 70-х каких-то, то это в стиле 80-х. И должно быть, ну, просто вот что нам дают, то мы увидим, а не как со Стрэнджем 2 это было. Нам показали, а мы увидели, блядь, просто на хуйню какую-то, просто унылую, блядь. Вот. Я надеюсь, так и будет. То есть я в Тора верю, даже несмотря на то, что, ну, мне не понравился Бенгер, видимо, мультивселенной безумия. В Тора я продолжаю верить. И верю я не в сам проект, да, а в человека, который это делает. То есть в Тайку Вайтити, я в него верю. Поэтому я думаю, ну, должно все быть нормально. То есть единственный пока что огрех, который виден, единственный прям, это вот техническое исполнение, визуальное исполнение в некоторых моментах. Но некоторые кадры прям вообще очень красивые. Прям очень красивые. Мне нравится. Вот. Поэтому мы ждем. На самом деле был Blacks Infinity. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Пишите, что вы думаете по поводу трейлера, по поводу мнения. Подписывайтесь на мой Twitch, где мы смотрели этот трейлер. И чтобы не пропускать смотр такой же, подписывайтесь. Вот. Оформляйте платную подписку на Твиче или Донку ВКонтакте, чтобы не пропускать там эксклюзивы, всякие ранний доступ и так далее и тому подобное. На мою группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. Все, всем пока, берегите себя.